Всем привет! Сегодня будет небольшое видео. Как говорится, домашний облет нашего Мавика. Сложный. Пришли на него сегодня пропеллеры. Правда, еще не калибровал их. Проблема заключается в следующем. Сегодня третий раз выезжаю в поле. Арминг не происходит. Один из любителей написал мне то, что типа сбиваются потенциометры на нашем передатчике. Как я не увеличивал максимальные и минимальные значения крайних точек. Ничего не помогает. Вот пример. Дома все происходит нормально. Выходишь в поле, ничего не происходит. Раскладываем нашего маяка, пока, как говорится, облет будет без верхней крышки. Ну, чтобы наглядно было, что здесь аккумулятор и все остальное. Ставим его и армим. Ну, а теперь попробуем его чуть-чуть приподнять хотя бы. Как видите, данная конструкция нашего Мавика, хоть не намного, не на большое время, не на большую высоту, сантиметров 10-15, но поднялась. Таких небольших полетов я в районе там 5 штук сделал. Ну, все, конечно, бессмысленно, так как это делать на открытом воздухе надо. На воздухе это не получается, сейчас температура ниже нуля. Вот. И по ходу нас подводит наша аппаратура FlySky i6. Так как дома все происходит нормально, выходя на улицу, какой-то сбой. Есть еще, конечно, подозрение, что это наш GPS. Но, тем не менее, все-таки что-то все равно да получилось. В дальнейшем, конечно, буду разбираться с этой проблемой. Также закажу очередной контроллер полета F3 или F4. Разберусь, конечно, какой из них лучше. Также можете оставить под описанием видео комментарии свои, либо подсказки. Вот, что-либо с этим сделать или какой взять лучше, F3 или F4. Так что собирайте, разберусь с проблемой и запишу уже непосредственно, как летит на улицу.